Гагаринские таймы – это турнир по футзалу, в котором принимают участие студенты среднепрофессиональных образовательных учреждений. В матче открытия сборная ПМТ принимает команду Алапаевского многопрофильного техникума. Этот турнир у нас остается традиционным, он проходит в четвертый раз. Когда нам предложило Министерство образования и молодежной политики Свердловской области провести данный турнир, мы с радостью согласились. И вот мы уже 4 года принимаем в нем участие. Так, базовая площадка отборочного этапа для финала первенства Свердловской области среди студентов СПО. К нам приехало сегодня 5 коллективов, 2 команды из Красноуфимска, 2 колледжа, 1 из Алапаевска, 1 из Рижа и 1 из Ревды. Борьба на площадке завязалась с первых минут, а забитые голы не заставили себя долго ждать. При счете 3-3 полевские болельщики изрядно понервничали, как и сами футболисты, но хозяева площадки сумели собраться и довести матч до победы со счетом 7-3. Впечатление по итогам матча довольно напряженное получился, 3-3 было, потом все-таки удалось победить. За счет чего? За счет того, что мы собрались под конец игры и дали бой Алапаевску. К атаке подключался вперед, ходил, даже по воротам тоже бил. Ну, для нас это привычно, подключаться пятым игроком, играть пятым на чужой половине поля. Пристально наблюдал за своими студентами директор Полевского многопрофильного техникума Павел Колобков. Эмоции после победы зашкаливают. Эмоции всегда переполняют. Я всегда говорю, что матчи довольно очень серьезные, потому что соперники подготовлены очень хорошо. Мы тоже старались в течение года, чтобы наши ребята занимались. Хочу искренне выразить слова благодарности нашему партнеру, Тосеевскому трубному заводу, который нам любезно предоставляет свои площади для проведения тренировочного процесса и для проведения этого мероприятия. Сегодня собрались, я считаю, что в нашем округе самые сильные команды. И мы действительно видим по первой игре, что команды очень, очень плотно работают, да, и небольшие отрывы, но надеемся, что победит сильнейший. Во втором матче студенты Полевского многопрофильного техникума одержали победу над воспитанниками Красноуфимского педагогического колледжа. 2 победы на групповом этапе гарантировали полевчанам выход в финал, где они встретились с еще одной командой из Красноуфимска, представителями агроколледжа. В итоге сборная ПМТ победила со счетом 9-5 и второй год подряд стала победителем. Скоро полевчане отправятся в Екатеринбург на областной этап соревнований. Игорь Соколов, Сергей Чижов, новости 11 канала.